Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Продолжаем записывать ДВДшечку. Ребекка Сурвам ставит заведомо лайк. Не знаю, заработают они на лайк или нет. Играем за Unreal. Как вы прекрасно помните, как я уже объявлял, это крутые сурвы. Вот когда сурвы берут вот этот вот жертвенный оберег, это сурвы хорошие. Вот им только респект. Как я уже объявлял, в декабре я специально вам дарую такой мини-подарок к новогодним выходным по каточке за каждого мана. Дошла очередь до Unreal. Что стоит сказать про Unreal? Как правильно сказать? Мейнеры Unreal, конечно, могут показать результат. Они играют от проклятия, они могут минусовать турниры, так называемые, выигрывать. Но среднестатистическая Unreal — это пешее говно. Ну, по-другому я назвать не могу. Вы прекрасно знаете, я как считаю, так и говорю. Ой, хорош. Почему она замедляется в инвизе? Она же ведь раньше не замедлялась. Я разве скорость в инвизе замедлялась раньше? Естественно, да, это понятно. Ладно, давайте ползать. А, так еще. Так еще плюс к этому. У меня теперь временной промежуток есть, когда она подтупливает. Давненько я за Unreal не играл. От счастья, конечно, но это не отмазка, это просто как факт. Возможно, я ошибаюсь, но Unreal я всегда считал и буду считать слабым маном. Ой-ой-ой, естественно. Она никоим образом никак и ничего не контролирует. Пять потерял. Естественно, в мейн. Возможность телепорта у нее еще перезаряжается. Ё-моё. Да у нее этот долбанный телепорт должен быть по КД. Конечно, конечно, мы хотим занерфить СБФЛ. Да чтобы добрая ваша половина... Добрая половина ваших манов делала бы без СБФЛ. Давайте смотреть. Очень-очень-очень слабый ман.
Я всегда говорю свое собственное мнение. Если я буду считать Нюрсу слабой, я и Нюрсу слабой назову. Что это видеоигры. Кто как их видит, тот так и оценивает. Серьезно, это гениально. Да иди ты на место уже. Очень хороший ман, очень мощный, да. И нужно просто уметь играть. Почему захожу за чуму? Разношу. За палача разношу. За стрелка, за Аньку разношу. За немезиса разношу. За синобита тоже. А Анрё, конечно, мощный ман. Ты просто играть не умеешь. Ой, мусорные маны, сколько же их в этой игре. Даже погоня не прерывается. Заведите, пожалуйста, оставшийся ген, а? Я прошу вас. Я не хочу терпеть. Да заводи, но я ж не сгоняю. Вон, путь фанга заводит. Мега офигенный ман. И сама главная замедляется, и сурва замедляет. О, спасибо. Еще один ген, и все. Отстрадал. Говнищ, которая абсолютно не способна ни на что влиять. Ой, не хочу, просто не хочу. Даже делать вид, что мне интересно. Я лучше отстрадаю и пойду за следующих манов. Обещания так или иначе надо выполнять. Я выполняю. Но этот ман мне не интересен. Потому что он ни на что не способен. Что он может? Ходить-выходить из инвиза? Пиздец способность. Колокольчик 2.0. Пускай, как говорится, хейтеры парашют. Но реально. Честно, не вижу я смысла в этом мане. Если ее из игры удалят, ничего абсолютно не изменится. Мусорный ман.
которая, ну вот она может телепортироваться, да. Она может телепортироваться. Ну а толку-то от этого? Фредди тоже может телепортироваться. Это общепризнанный самый слабый ман игры. Это может телепортироваться гораздо чаще. Ну и гораздо большее количество точек. Все. Это слегка бахнутый улучшенный Фредди. Кино про Садака, конечно, классное. Вопросов нет. Это прикольный персонаж. Ну а как мана-то? Хрень. Благодарю всех за лайки, за комментарии, за поддержку. Увидимся в следующих сериях. С вами был Видеотекарь. Всем пока.